Проекту, который значительно облегчит сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги, первым в городе присоединился Самарский расчетный центр. Теперь специалистам не нужно вручную формировать квитанции для начисления расчетов. БИЖКХ обеспечит высокую скорость расчетов, что существенно сокращает время рабочих операций. Это и в будущем позволит компании снизить расходы на поддержку сервиса расчета начислений и расширить круг партнеров сферы ЖКХ. Новая система объединена с банковскими каналами оплаты. При помощи БРИС можно выставлять счета за коммунальные услуги, собирать показания счетчиков, обрабатывать и выбирать маршрут платежа. Внедрение современных цифровых платформ в сфере ЖКХ позволит потребителям услуг самостоятельно следить за начислениями и прохождением платежей онлайн. Получатели услуг, в свою очередь, могут оплачивать счета со смартфонов в мобильном приложении. В личном кабинете клиенты могут передать показания счетчиков, получить счет в электронном виде и оплатить его. Здесь же будут отображаться все платежи и начисления по ЖКХ клиента. Мария Елчан, Григорий Плешаков. События.